Вот и прилетело самое долгожданное, нежное и поистине романтическое событие этой весны – весенний бал IT-лицея Казанского федерального университета, который состоялся 16 марта в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. В этом году прошел 6-й юбилейный бал. Присутствовавшие на несколько часов окунулись в романтическую атмосферу 19 века. Неописуемые уж эмоции, когда ты танцуешь вместе с девочкой, и все это синхронно, все вместе, это очень классно. Это был мой первый бал, так что остались незабываемые впечатления. Это было, мы очень долго готовились. Великолепные танцы, театральные постановки учеников и воспитателей, вокальные номера – все это подарили зрителям организаторы и участники весеннего бала. Юноши и девушки блистали нарядами, кружили в вальсе, покоряли и вдохновляли сердца присутствовавших. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленардо Влетяров, Универньюз.